Вечером 16 июня в группе «Рязань» в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о порче памятника поэту Сергею Есенину в Рязанском Кремле. По информации неизвестного, но очень возмущенного пользователя паблика, памятник разрисовали и художества не отмываются. Рязанцев призвали помочь в оттирании посторонних знаков. На следующее утро для очистки монумента на место выехала бригада по комплексному обслуживанию объектов благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Рабочие очистили памятник от рисунков и надписей специальным средством. В дирекции благоустройства также отметили, что памятники в Рязани моют сезонно, осенью и весной, а также по мере их загрязнения. Образ Сергея Александровича, который читает стихи, вот так и чувствуется, вот вслед за ним что-то, какую-то строчку повторить. Маленькие дети вспоминают «Белую березу», люди среднего возраста вспоминают, что такое из его любовной лирики, люди пожилые вспоминают его грустные стихи о вечном. А действительно, это поэт, который описал все чувства русской души. Монументу, так гармонично вписывающемуся в пространство над Окой, в этом году исполнилось 45 лет. Народный художник Кибальников стал его автором и получил немало наград за этот памятник. Основание монумента сделано из камня, привезенного с Памира. Я в числе сторонников такого памятника. Почему? Показано, что поэт вырастает из родной земли. Вот этот дикий куст шиповника на берегу Оки, переведенный в бронзу. К сожалению, желание оставить какую-нибудь нелепую надпись в сакральном месте – это какой-то непреодолимый инстинкт, с которым бороться не в силах ни воспитание, ни культура, ни правоохранительные органы. Но все же в наших силах не остаться равнодушным и не пройти мимо. Если вдруг очередной Вася или Петя в этот самый момент решил оставить память о своем пребывании на достоянии нации. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».